Ребята, все, кто не знает, у Катюхи есть свой канал, она делает очень качественные ролики, сделала уже очень много видосов. Зайдите на ее канал, давайте ее поддержим и соберем ей 1000 подписчиков. 600 подписчиков уже есть. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби, Фисташка, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас лабиринт, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня я буду играть за чужого, а пацаны будут защищать бомбу на очень далекой вышке. Смотрите, как это очень далеко, я взял камеру и зазумил, это просто нереально далеко. Ну что, пацаны, вы готовы? Конечно. Знаете что, я хочу сначала попробовать с маленького. Ну, зародыша. А если мне не будет получаться подойти к вам, я возьму мощного. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем официально начинать. Так, я слышу, вы уже по мне стреляете. Это я по тебе. Ребята, напишите вот сейчас в комментариях, получится мне с этого раза дойти до бомбы или кого-то заразить из них. А, вы уже тут бомб набросали? Да. Пацаны, вообще, как я придумал режим новый, добраться до вышки, когда видно меня реально? Чисто от фонаря. У тебя вообще не видно, где ты сидишь. Хотя я, в принципе, понял, где ты. Вы бомб набросали! А! Мина! Это ты мина набросал? Я старался. Это вот люди, которых я попросил, они набросали мины. Так, так, так. Поверь мне, Димас, вот сверху можешь ноуклик и посмотреть, сколько тут мин. А я дойду. Я же псих. Ого, вы тут... А че вы такие дерзкие? Димас, ты не дойдешь до конца. Давай поспорим. Бомбы везде, на всем... Ой-ой-ой, она подпрыгнула и хотела меня убить. Я слышу, что ты умничаешь, но я тебя все равно убью за это. Да? Да, Серега, ты меня увидел? Да. Ах ты жук. Так, ну что, ребята, пробую еще раз эти лицехватом. Если не получается, берем мощного. Я буду идти на пролом, так как у меня... Блин, мы этот режим не обкатывали, я не ожидал. Ты такой милипиз... Это, чилипизрик, что тебя видно. Огонь. А я буду на крысу идти, все, я теперь по-другому буду. Ага. Я не буду в вентиляцию прятаться, это будет нечестно. Буду вот так вот, как есть. А чё я су, у меня ж много жизни. Я буду активировать ваши бомбы все. Ага, ты по мне еще параллельно стреляешь. Во, это вообще сильно. Я его, вон он. Офигеть. Так, ребята, смотрите, как я приблизился максимально уже близко. Блин, у меня хвост большой, у меня палит. Ай-яй-яй, обстрел идет. Ого! Ух ты, с чего это? С базуки. Рук базук. Давайте чуть ближе, потому что реально далеко бежать. Давайте хотя бы отсюда. Ребята, готовьтесь, он ближе будет. Не-не-не, я вообще немножко просто в лабиринт сам зашел в начало. А так буду пробиваться, что вы хотели? Так, я его не вижу. Будьте на чеку. Я его не бачу. Рядом. Не видишь меня? Я его не бачу, где он. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ах ты ж, вонючий. Не-не-не, там темно, я не пойду туда. Нифига себе, да как вы меня так видите? Это жестко. А чего таким мощным стоит? Это РПГшка вот эта четверная, что ли? Это базу, да. Оно реально какая-то имбовая, вам не кажется? Нет. Так, я уже ближе. А какую ты бомбу поставил? Увидишь, когда поднимешься сюда. Давайте камеру поближе сделаем. Нет, все-таки подальше. Классно, что есть некоторые режимы такие интересные. Ребят, стреляйте по нему. Димас, я тебя запалил. А ты хитрый, вот тут... Ох, тут бин. Ой, тут бомб. Я ж говорю. Я пробиваюсь. Ай-яй-яй, кто-то в голову четко попал мне. Это я... Ой, я извините, уже близко, ребят. Я уже под башнями, пацаны. Ребят, я под башнями, извините, я под... Извините. Блин, ну тебя не обмануть. Вы бомбу взорвали. Офигеть, это красиво. А так нечестно. Ладно, давай прячь бомбу. Ставь, Серега, еще раз бомбу. Пусть будет ничья. Я не взорвал, а пацаны взорвали себя сами.
Да, мы дурачки. Ну, я дурачок. Это ты сам ее взорвал, да? Да, походу, я выстрелил ракетницей, а она почему-то полетела, ну, не в тебя, она полетела. Серега, ты пока говоришь, стояли. Я уже приближаюсь к вашей башне. Ребят, не давайте ему. Прячьте бомбу быстрей. Следите за ним, а я пока бомбу прячу. Давай, давай, Сережка, прячь бомбу. Ты что, мне к вам пробиваться долго очень? Ой. А что у вас там сверху падало? Да я ничего. Упала. Ё-моё. А кто взорвал? Ты, Сережка? Нет, бомба сама. Бомба сама активировала. Вы затрали эти бомбы. Сколько вы их тут набросали? Я не знал. Просто миллион... Да, блин, тупик конченый. Да ё-моё. Фисташка, молодец. Так, давайте тогда не берите оружие, запрещено. Берите только огнестрельные пистолеты, автоматы и все. Ребят, базуку. Все остальное запрещено, да, потому что вы сами себя убиваете, а я хочу бомбу взорвать. Сириус Эмма не берите, короче. Так, сразу я приближаюсь. Вижу. Ребят, не давайте ему. Так как не давайте, если давать надо? Не надо. А, чем я ближе к вышке, тем мне лучше видно получается. Да. Так, стоять на месте просто нельзя вообще никак. Просто бежать. Постоянно. В пути, в дороге. Отлично. Офигеть, я в таком месте, где теперь меня недоступно просто увидеть. Так, давайте как чекпоинт. Я здесь, знаете, что сделаю? Правильно, я поставлю спаун себе. Потомство. Так, не, спаун поставил, типа, да, потомство. Теперь если умру, я тут появлюсь. Так, как же мне наверх к вам забраться? Так. А, угу, тут надымели. Вон он, фигачит. Да, блин, я упал. Уйди. О, лестница, бейте, погнали. Бейте, разбей. Огонь по нему. Ого, нормально, ребята. Я ползу потихоньку. Эй, мой труп. Не позволю. А почему? А покачину. Вот. Так, начинаю обжираться. Ребята, ах ты ж. Тихо. Спрячьтесь лучше. Вы задеть. Своего убьете, если так будете стрелять. Ай-яй-яй. Это был воздушный удар. А я приближаюсь. Первый пошел. Ай-яй-яй, сейчас кинет. Пока. Говно. Я зацепился за лестницу. Отвечай, как? Какую лестницу? Я падал и залез. Ты видишь, на записи я Убили? Ну да. Мой труп куда-то, не знаю, телепортировался в странные места. Магические места. Ну да. Сзади. Да никого нету там сзади. Я тихонечко лезу. О, я могу на лестнице хавать. Блин. Да что у вас за оружие такое читерское? Это стандартное оружие. Нифига себе, представляю, нестандартное. Ты сам сказал, любое оружие, кроме ядер. Все, я согласен. Я полностью согласен. Твои слова были. Вон он лезет. Я на дурачка, вдруг сейчас повезет. Огонь. Да блин, я долез, ребята, я... Блин! А я позвал своего друга. Кого? А, у меня есть один кентуха. Я говорю, пожалуйста, приди, помоги. Он говорит, хорошо, $10. И я, он идет. Огонь. Все парень. Ого, он летит, по сальтухе крутит. Ой-ой-ой, это было мощно, ребят. Отсюда. Да ты говно. Не дайте ему бомбу взорвать. Да ну и говно, иди сюда. А, блин, как пролез, ты сказал, что можно. Можно. Да нельзя. Мы пролезли. Да ну как, я не могу, я же... Ну, блин. Ты не мы. Жирный. Я тогда с этой стороны полез, раз вы не даете. Слышишь, кто там умничает? Акула так нестепично улетела, жопа вниз. Мне грустно. Не дайте его активировать! Ой-ой-ой! Так классно взорвалось!
Вот эти штуки твои так эпично просто закрутились в воздухе. Ребят, как всегда, для вас сделаем эпик. Короче, давай последний раунд. Ты бомбу сейчас запрячешь на карте. Нету. Давайте просто сожрём сначала акулу. Не достаю на акулу. Ага, значит, ты меня ого, ты... А чё я умер, а бомба не взорвалась? Потому что я поставил защитное стекло. Ах ты жоп. А это так работает? Да. Я на целые. Прекрасно. Что могу сказать? На тебе за это. А за чужого ты не сможешь, я сам её. Ну и что, и как дурачок, и что? На. А бомба не взрывай. Есть. Это я ее взорвал, а не ты. Вот это мощнецкий взрыв. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.